До знакомства с корпорацией «Сибирское здоровье» я работала в известной косметической компании, где достигла высокого ранга, приобрела определенный опыт работы в сетевой компании, но, к сожалению, не добилась того, чего мне нужно было очень важно в тот момент. Я не зарабатывала достаточного количества денег. Спустя некоторое время я познакомилась с корпорацией «Сибирское здоровье» через продукт. Я увидела потрясающий результат лично для себя, для своих родных, и сделала такой вывод, что если это нужно нам, то обязательно это нужно всем. И я решила пойти сотрудничать с корпорацией «Сибирское здоровье». Из опыта я поняла, что если не проводить систематически качественное обучение в структуре своей, то далеко не уедешь, не будет никакого результата. Так как у меня у самой еще тоже знаний было очень мало, я начала читать литературу, смотреть видеоролики и проводить вот эти обучающие занятия для своей структуры и вообще для всех, кто заходил в офис, кто этого хотел. Вы знаете, я это время вспоминаю с особой нежностью, потому что, наверное, потому что это было все впервые. Мы за все переживали, мы за все радовались, встречались, обнимались. В общем, мы были в таком восторге от продукта, от этих всех результатов. И потом все эти знания получали с такой жадностью все больше и больше, и это дало свой результат. По быстрому старту я стала премьер-консультантом. Я считаю, что начало моей карьеры было это все-таки поездка на первое мое событие в Сочи, на праздник делового успеха. На празднике компании я поняла, что корпорация «Сибирское здоровье» – это на самом деле мощная, уникальная, динамичная, надежная компания. Что-то вот перевернулось у меня в душе. И вы знаете, вот я увидела впервые и услышала впервые руководство нашей компании. Услышала огромное количество людей разных национальностей и разных возрастов. Я увидела, как вручали 11 красных красавцев-мерседесов. И вы знаете, вот именно тогда произошло чудо. Я уже после первого дня событий, я просто не могла сидеть на месте. У меня было такое ощущение, что вот мне нужно просто мчаться домой, начать работать, работать, работать. И на самом деле, приехав домой, я через 2 месяца стала профессионалом и еще через полгода лидером корпорации. Мне хочется за все то прекрасное, что дала мне компания, для меня, для моих партнеров за эти 3 года, мне хочется отблагодарить компанию своими дальнейшими успехами. За то, что мы стали успешными, за то, что мы стали позитивными, за то, что мы стали терпимыми и решительными. Я хочу, чтобы каждый из вас очень внимательно относился к людям. Кому-то помог приобрести здоровье, а кому-то почувствовать успех, почувствовать свою значимость, научить людей мечтать и, главное, действовать. Это такое наслаждение, такое удовольствие и счастье, когда ты делишься своими знаниями и своей энергией с людьми. Желаю вам огромных успехов. Я знаю, что у вас все получится.